Сегодня мы продолжаем изучать, и изучаем, и повторяем новый материал. Для кого-то новый, для кого-то старый. 14-е в Субуре, особая ошибка. Нюанс. Значит, первое движение, если раскладывать на шаги. Обратите внимание, что я сейчас делаю короткий подшаг вперед, все увожу перед собой. На коротком подшаге назад я все провожу плечо. После этого я делаю длинный шаг вперед, все поднимаю над головой и атакую. Здесь очень важный нюанс. Работа ног и рук должна быть всегда синхронизирована, чтобы не было такого. Вы махнули все, потом шагнули, махнули все, отшагнули, махнули все. Или наоборот, ноги двигаются быстрее. Ваша задача. Нога начала двигаться все. Нога пришла в крайнее положение, все пришло в крайнее положение. Начинает двигаться следующая нога. Все начинает двигаться. Закончила движение нога. Закончила движение все. Теперь на куче. Начинаем поднимать все и уходить обязательно вперед. Постарайтесь не делать атаки из-за уха. Потому что опыт показывает, что бывают ситуации, по какой-то причине человек машет, как получается, непонятно, но бывает случайно. Поэтому все поднимаем над головой и продолжая движение ног бедра, заканчиваем атаку. Заканчиваем движение все, закончил движение нога. Еще очень важный настрой нужно. Постарайтесь не работать так. Вы встали, сутулись, сожмулись, чтобы потом встали, что-то. И все тренировка. Устает очень быстро, очень много негатива накапливается, потом приходится выкладывать грузку. Плечи расправили, подбородок приподняли. Ни в коем случае не сутулитесь. И очень мягко, очень спокойненько отработали. Ощущение должно быть такое, что вы вышли на улицу, ой, как красиво, в этом состоянии работаем. Все очень спокойно отработали. Атаковали. Отработали. Атаковали. Хасогаши. Учит. 14-е субботы. Работаем. Каждое субури должно ранее рождаться. Не должны делать его монотонным. Монотонность убивает вас некий задор. Глаза тускнеют, вы становитесь рунутами, которые монотонно делают одно и то же. Есть плюсы, есть минусы. Но в данном случае ваша задача делать маленькую паузу в конце. То есть вы сделали особое желчь, сделали, как бы выдохнули, пространствовали себя, что вы все сделали хорошо. Ошибку проанализировали, вышли. То есть опять проверили свое положение пространства. Плечи проверили, голову проверили, все проверили. Обязательно обращаем внимание, что плечи должны быть расправлены. Голова должна быть поднята. И все должно быть перед вами. Ни в коем случае все не уводим в сторону, не поднимая высоко, тем более не проваливаем. Мы проваливаемся сами за все. То есть ваша позиция должна быть для вас очень приятная и радостная. Очень большой нюанс на ногах. Не стоит никогда прыгать на ногах. Ноги все время подсогнуты. Не согнуты очень сильно. Ноги подсовывают. Я отсюда на подсовывающих ногах не делаю это движение. Опять выдохнули. Вдох. Выдох. Все, субури делается на одном шаге. Не так, что выдох, вдох, выдох, вдох. Вы должны это ванное движение. Ванное движение разум субури. Субури делается на одном движении. Оно перетекает. Поэтому обязательно. Каждое субури – это акт рождения субури, поэтому нужно относиться достаточно серьезно. Это не значит, что вы должны встать и здесь что-то начать какое-то делать, запутались, да и пофигу, все равно что-то делал, все равно делал неправильно, как вот так. Встали, успокоились, построились. Даже если получается неправильно, начните с простого. Ноги согнули, спинку подвыпнули, плечи развели, подбородок подняли, все перед собой. После этого делаем шаг спокойно, все привели к плечу, все подняли, шагнули. Это на начальном этапе. На более продвинутом делаем все одним движением. Но все время сохраняйте внутри себя внутреннюю радость, не зажатость, не убитость, потому что вот вы целый день работаете, в школе лет учились, на работе лет работаете. Двигаться уже не хочется. Пришли все проблемы, остатки, вот
вместе с ними.